Это пятая шайба, которая попала в ворота лениногорского «Нефтяника». Их встреча с командой «Пестрецы» завершила игры второго тура первенства Поволжья по хоккею среди юношей 2006 года рождения. Итог игры 6-2 в пользу пестречинцев. Последняя шайба влетела в пустые ворота соперника. В течение 6 дней в Пестречинском ледовом дворце шли хоккейные баталии. В турнире принимали участие 7 команд. Еще такие этапы проходят еще в 3 городах. То есть всего 4 городах. Здесь было проведено 18 игр. Все они прошли в очень красивой, корректной борьбе. Сегодня последний день, определяются победители, призеры. В весенние каникулы будет финальная часть. Там 8 команд. Это 2 команды с этой группы и еще 6 команд из других. Остальные разыграют Кубок Поволжья. То есть все продолжат играть в своих соревнованиях. Победителями второго тура стала Ишсталь. 2-е место у хоккеистов из Альметьевска. 3-е у Спартака из Чебоксар. Ольга Морская. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.